Пациенты здоровы, выписаны и уже возвращаются домой. Еще 9 жителей Макеевки, которых доставил спецборт на лечение в Сургут, сейчас находятся в пути на Донбасс. Светлана Круковская расскажет, как выписанные пациенты попрощались с Югрой. Все нормально уже. Ходит, кроме этого большого, все равно еще, вот так вот называется. Ну что-то пытались брать? Конечно, уже все, и крошку чувствую. Двигательная функция в руке восстанавливается. Александра Рябова практически вернули к полноценной жизни в сургутской травмбольнице. Хотя еще недавно мужчина не мог пошевелить пальцами. Кости после осколочного ранения от мины никак не срастались. Травму военной и народной милиции Донецкой Народной Республики получил в бою с ВСУ. Спустя полтора месяца интенсивного медицинского лечения он здоров и выписан. Теперь можно возвращаться домой. Сейчас мысль, что все хорошо. Ну и то же самое, что все равно идут обстрелы. Что, ну, надеемся, что скоро все закончится. Там у вас семья? Да, семья, жена, двое детей. В больнице было все хорошо. Даже перекармливали, мне кажется. Питание хорошее было, отношения замечательные. Все им большое спасибо персоналу. Еще 8 жителей Макеевки в зале ожидания железнодорожного вокзала. В Сургут их доставили спецбортом Министерства обороны России и в сопровождении медиков полтора месяца назад. Обратно домой добираться будут уже сами, на поезде. Благодарят Югру за помощь со слезами на глазах. Мы, конечно, уезжали из ДНР, а теперь приезжаем в Россию. Мы ваши, россияне. Мы очень рады, что едем домой. Сердце колотится. Хочется уже. Так все хорошо. У нас очень хорошая клиника была. Очень хорошие врачи. И медсестры, и санитарочки. Ну, прекрасная больница. Больше не тревожит жгучие боли в груди. Пропала одышка. Пациентов кардиологического диспансера после проведения высокотехнологичных операций научили дозировать физическую нагрузку, правильно дышать. Они прошли медицинскую реабилитацию. С собой выдали запас лекарств на месяц вперед. Все сделали операции, все достигли того, чего ждали. Осложнений никаких нету. Идем на восстановление. Дома будем восстанавливаться. С собой лекарства? Да. С собой лекарства выдали, да. Руководство позаботилось. Спецборт в Сургут для жителей Донбасса и раненых военнослужащих Народной милиции ДНР был организован в сотрудничестве Министерства обороны России, губернатора Югры, правительства округа и регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках соглашения, которое было подписано между регионом и администрацией Макеевки. Всего в город на лечение прибыло 22 человека. 5 из них продолжат получать медицинскую помощь. Проходите, пожалуйста. Впереди тысячи километров пути до Ростова с пересадкой в Екатеринбурге. А там и долгожданная встреча с родными и близкими. Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.